Владимир, а на каком месте интимная близость у женщины? Я полагаю, что далеко не на последнем, потому что почему-то так вот мужики уверены в том, что это у них, ну, кстати, не только мужики, но вообще общие. Я слышал много мнений, что мужики как бы думают об этом чаще. Но мне все-таки 37 лет, и я не на облаке живу. И разговоры с моими подругами и друзьями говорят о том, что огромное количество женщин, интимная близость так же важна, как и мужчина. И иногда побольше, чем мужикам. Поэтому нужно быть внимательным к своей женщине. Очень внимательным, чаще внимательным.